За неделю работы и безвизового режима с Китаем им воспользовались 329 человек. Это статистика Госпогранкомитета. Напомню, безвизовый режим касается частных и туристических поездок, а также бизнес-командировок. Однако виза потребуется, если планируется учеба или работа. Белорусы смогут находиться в КНР без визы до 30 дней в одной поездке, но не более 90 дней в году. Это же правило действует и для китайцев.